Сельскохозяйственная продукция, произведенная в казахской степи, пользовалась популярностью у жителей самых разных европейских городов еще 2 столетия назад. Этот и другие интересные факты представили сегодня во время презентации новой книги, посвященной истории взаимодействия народов Казахстана и России. 200 с лишним лет назад выстраивалась прекрасная торговля, когда масло, произведенное в Казахстане через российскую железную дорогу, уходило и продавалось на рынках Вены, Финляндии, Германии. Да? Соответственно, увеличился товарооборот. Впрочем, европейцы ценили не только казахское масло, но и мясо, а также изделия из овчины. Свои товары производители отправляли на продажу в Париж, в Вену, Берлин, Гамбург и Стамбул по Великой Сибирской железной дороге. Так что казахстанско-российские отношения в то время, как и сейчас, по большей части основывались именно на сфере торговли, отмечают авторы книги. Каждый факт, описанный в монографии, ее составители подкрепили статистическими данными и заметками свидетелей той эпохи. И эти сведения, говорят историки, помогают читателям не только узнать новое, но и развеять некоторые мифы, укоренившиеся в сознании наших современников. Это статистика, документы, изложенные простыми словами. Мы от всей души, как патриоты, как граждане своих стран, писал работу казахстанско-российский коллектив. Мы хотим, чтобы люди больше знали об истории и меньше верили досужим сплетням и мифам.